На территории частного предприятия у населенного пункта Панфилова в Гусь-Хрустальном районе загорелся торф. Как сообщают в региональном управлении МЧС, угрозы для населенного пункта и соседнего леса нет. Приблизительная площадь загорания – 3 гектара. На месте работают сотрудники предприятия, представители администрации района и огнеборцы. Общая численность сил и средств – 13 единиц и 31 человек. В том числе от МЧС России – 6 единиц и 17 человек.